Всем привет, друзья! Очередная посылочка из Поднебесной с сайта AliExpress. Зацените габариты в сравнении с принтером. Ну и как вы могли понять по заставке, здесь находится набор подставок для чайной церемонии. Подставки для чашек, для чайничка. Сделаны эти подставки вручную, из ротанга сплетены. Вот. Ну и можно сейчас будет сравнить. Есть такие категории видео на YouTube. Ожидание и реальность. Да? То есть ожидание — это то, что показывает нам продавец, да, в своем видеоролике рекламном. Ну и сейчас я покажу, как они выглядят в реальной жизни. Вот. Ну, не пугайтесь, я вас не хочу испугать. Я озвучиваю как бы уже обычно позже, после того, как распаковываю. Все там нормально. Замечательные подставки. Тут, кстати, помимо подставок, я еще купил у этого же продавца такую коробочку для пуэра. Ну, про коробку для пуэра я обзор сниму чуть-чуть попозже. Сегодня я остановлюсь только на подставках. В целом такая вот возникла идея — облагородить чайную церемонию, которую я так люблю снимать в своих обзорах. Вообще меня чай вот китайский просто покорил. Так что вот такая возникла идея — купить подставочки, чтобы все было цивильно. Так, это купон на $2 у продавца. Кстати, отличный продавец, не первый раз я у него уже заказываю. Тоже такие атрибуты для чайной церемонии. Очень качественная работа, ручная, из экологичных материалов. Так, сейчас мы отложим эту коробочку для пуэра. Я чуть попозже ее вам покажу, обзор на нее. Сейчас посмотрим, как выглядят подставки. Ну, вообще говоря, кому-то, может быть, это и покажется лишним. Кто-то может и какие-то резиновые подставки подставлять, да. В принципе, это дело каждого. Ну, вот решил я все-таки, чтобы это было вообще так красиво, эстетично, из натурального ротанга. Вот, и все-таки с душой, ручная работа. Так, сейчас покажу поближе, как они выглядят. Вот в такой вот коробочке. Тут, кажется, 6 подставок. Ну, в общем, достаточно будет для чайной церемонии. Очень красивая вещь. Очень цивильно смотрится. Сейчас я вынесу вам на балкон ее, при дневном свете покажу, чтобы получше передать все тонкости. Так, ну вот еле-еле она у меня тут на подоконнике, на балконе уместилась. Вот, можете заценить качество. К сожалению, одной рукой я держу фотоаппарат, одной рукой пытаюсь как-то манипулировать. Замечательная, замечательная вещь. Очень... очень классно сделано. Я не первую эту вещь заказываю у данного продавца. Очень хорошие у него вот ручной работы. Такие всякие плетеные корзинки. Кстати, можете посмотреть у меня обзор. Я у него заказывал корзинку для пуэра. Там, где я храню чай с гор Лао-Банджан. Ну и давайте применим теперь эти подставки в деле. Вот я вот все расставил. В общем, все чинно, благородно. Замечательная вещь. Так что, друзья, ожидания и реальность в данном случае абсолютно совпадают. Очень стильные, очень качественные подставочки. Я оставлю под видео ссылку, где я их покупал. Вот, очень мне они понравились. Спасибо, что смотрите мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписан. Спасибо всем за внимание. Всем пока.